Ребят, у нас туда опускается туман. Вон он. И дождичек заморосил маленький. О, важность, конечно, в этом году. Уже готовит шашлычок. Да. Ну, готовим шашлычок. Блин, ну ты его покосила конкретно. Кого? Мангал. Да он пьяный. А, покосила? Сика, сенатуси. Не сломай. Ну да, смотри. Ой, согнул. Йор, сломаешь. О, согнул, да. Хорошо, не сломал. Так, поравнение. Так, а ведерко? Какое? Есть, которое. А где она, ведерко твоя? Вопрос. Где ведро-то я тебе? Ладно, я так. Ну вон на грядку кидай, Йор. Кидай. Кидай, кидай. Уголь древесный. Да, во. О, набрала, набрала. Растеряющая. Жадность фраера погубит. Надо было взять что-нибудь, какую-нибудь эту. Так, базилик, петрушка, кинза, помидорчик. Много сильно не это. Я сделаю немножко с сыром помидорчик, да? Сделай, да. Итак. Базилик там сверху можешь. Только масло прям вот так вот. Чуть-чуть. Да, да, да. Не заливаю. Вот хорошо. Просто полосочками. Раз, 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 раз и все. Оно чуть стечет и на дне будет. Вот. Ну и травки эти прованские. Да. А, помидор чуть еще присоли. Чуть-чуть, чуть-чуть тоже. А сыр же соленый. А. Ну да. Все, все. Да. А то присолите на свое. Просто это же моцарелла, он же не соленый вообще никакой. Ну да. Сейчас пойду помою, все приготовлю. Не, пока резать. Не, в принципе, можно порезать. Девушка с букетом. Сюда пахнет. Да, вот это вот. Базилик пахнет. Базилик. Да. Заходишь в теплицу и пахнет базилик. Надо его срезать и посушить. В этой сушилке. Он будет ароматный, ароматный такой. А. Все, не хочется мне уходить с улицы, но надо. Вот и костерчик пошел. Ох, как поперло. Да. Все сгорело. А что ты по одной кладешь? Ну кучу наложить. Нет, так я наложил кучу. Сглазил я. Потухло. Пошло. Не ту книжку ты взял. Все, поперло, поперло. О. Все, пионерский наш костер. Здесь. Кто здесь наблюдает? А? Кто?
Митяй. Митяйчик. Митяйчик. Ой. Ой. А у нас шашлычок, ребят. Ой, там музыка. Ну ладно. Я сделаю ускоренно. Дождик идет. Ну все равно такой тихий. Сейчас вот пойду в эту тепличку. А он там барабанит по тепличке. Ах ты ж красота. А? Всегда у меня спрашивают, что это у вас там за цветы. Это рудбекия. Это рудбекия. Чпок. Слышите? Барабанин дождик. Света у нас здесь пока нет. Ты ж пробку не выкидывай. Пробку надо в этот, в эту картинку. Да не, если бы он такой вот и шел бы, было бы ничего, только бы не сильней. Но он был чуть слабее, сейчас чуть сильнее. Ускорился. Если что, сейчас, может, отнесем. Ну, туда отнесем, вон, к бане, под навес. Догорает, да, а потом будут угли, туда отнесем. Да и все. А туман какой там. А на следующей неделе, я прочитала, ребята, обещают опять жару. Опять плюс 33. Ну и хорошо, мы ковер постираем. Я думаю, она долго не будет продолжаться. Жара. Вечер у нас темнеет уже. Темнеет. Вот красота. Как и не было той старой пристройки, да, Юр? Да. Ну, это еще до ума надо довести. Еще перила надо. Еще обшить надо. Ну, это так, мелочи. Оно не видно. Дождь идет, ребята. Как у нас говорят на Украине, дождь иде, а мы скордуем. Шашлычок жарится, Лиля не отходит от шашлыка, пахнет ей, а дождь фигачит. У нас начинался сейчас минут 40 назад такой слабенький, и постепенно. Домой сообщение. Разгорается, короче. Домой. Да уже, наверное, и готово, да? Отойти. Отойти. Поставили вот сюда, под это. Тут не так сильно капает. А он все сильнее, 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 сильнее. Да, да, такой прям разгоняется. Причем потихоньку ускоряется, да, так, да. Вот. Всю ночь будет идти, и завтра весь день будет идти.
Ну что там, Юр? Нормально. Нормально в бочку? Да, да, да. Да? Вот, хорошо. О, надела панамку свою, потому что от дождя. Потому что опять моя прическа вот такая будет. Вот. Жарим шашлык. Вот он. Хватит, наверное, а то пересохнет, Юр. Да? Да, да, да. Уже здесь, видишь, сейчас в ту сторону чуть-чуть и все. Давай. Да. Индейка. Это не свинина, не говядина, ничего, не баранина, индейка. Индейка. Моя девочка хочет шашлыка. Да. Ань, как хочется шашлыка. Лиска спит там спокойно себе. Лёшек все позакрывал там. Да. Яблочки. Ой, как красиво они висят. Да? Гляньте, яблоки, 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 яблоки. Ой. В этом году, Юр, будет много варенья из яблок. Давай переставим вот туда и все, и пошли. И пошли? Да. Ну все, все, мы пошли. В общем, садимся мы кушать. У нас вот такие три узи-тарелочки. И шашлычок. Вот. Лешику пожарили колбаску, но он уже спать пошел. Время у нас 9:30. Такой поздний ужин, ну как обычно. 9:30 уже. Ого. Да, всегда мы выбираемся шашлык жарить поздно. Да. Дела, потому что. Потому что дела. Ну, нормально, что, поработали вчера, сегодня. Да. Хорошо. Да ладно. Размялись. Будем ужинать. Укропчик прям, да, прикольный. А сейчас с мясом. Угу. С укропчик, мясо с укропчиком там. Лешика вытащили из постели. Любой, бери. Хорошее мясо. Индейка. Как? Индейку попробуй. Угу. Угу. Давай, давай. Зеленушку. Не, это не тебе. Не, хочешь, нальем, если хочешь. Да. Ты пульт ищешь? У Юрика. Вот там это. А что ты хочешь? Я Человек-паук смотрю. Там уральские пельмени. Не, да, не, ну. Не, не, не. Я такое не смотрю. Ладно, будем кушать. Вкусно? Ну ты попробуй индейку, скажи. А ну-ка, попробуй. Дай это прожевать, да? Ну ладно, прожуй. Помидорчик с сыром. Помидорчик вообще, да? Вот этот такой вот с базиликом, с этим, с травками. По-итальянски. По-итальянски, да. С оливковым как маслом. Как же оно называется там? Я не помню. Только помнил, сейчас не помню. Тут помню, тут не помню. Капрезе. Капрезе? По-моему, да. Ух ты. Как, Лешик? Мягко? Да. Мягко, сочно? Угу. Ну ладно, будем кушать. Лешик с нами. Ура! Блин. Что? Опять спать не буду.